Сейчас здесь поверну. Никогда здесь не был. Частная собственность. Я хотел бы поехать прямо, там дорога должна быть, и вот с Токаревки выехать. Там возможно такое? Я спутника посмотрел, вроде как есть. Ну, смотрите, осторожно, там трактора ходят. Не, ну трактора-то что, не попаду под них точно. Так, ну пока дорога нормальная. Так, ну тут дорога заканчивается. А мне прямо. В общем, всем привет. Лободена. Сегодня выехал не продолжение поездки по области вокруг, а по Гусевскому району. Там, по идее, должна быть дорога. Вот там идет какая-то тракторная. И где-то там должна быть дорога. Выехать должен буду в Токаревке. Я давно хотел по ней прокатиться. Но погода все не позволяла. Кстати, вот поэтому я не еду по области, потому что то дождь, то почти снег, блин. Короче, холодно ехать. Вот сегодня жарко опять. Решил катануть. Ну, не знаю, что получится пока. Ну, ладно, пока. Пока смотрим. Так, вот интересно, куда эта дорога идет. Мне как бы надо прямо. Ну, вот проверено на эту дорогу. Пешочком пока пройдусь и посмотрю, что там такое. Нет, тут что-то вообще голяк. Хотя он есть. Какая-то тропинка по полю. Блин, я думал, тут будет нормально более-менее. Ну, раз выехал, надо ехать уже. Так, ну судя по карте, туда суваться не стоит. Надо вернуться. По полю, по идее, есть дороги. Это со спутника не есть. Но это от тракторов, они, возможно, изменились уже. Но там вообще все грустно. Если по этой стороне ехать. Одни заросли. Пойду попробую там вернуться. Тут все равно вот он поворотик этот. И куда-то туда вот. Так, ну тут дорога накатанная, во-первых. Получше. Вернее, не получше, она хорошая здесь. Но единственная проблема, мне надо туда ехать. Ну вот там, может быть, будет она. Это дорога. Ну да, что-то вроде идет в ту сторону. Да, вроде есть. Конечно, в дождь тут не покатаешься после дождя. Хотя у нас был дождь вчера. Вчера ночью был он все-таки. Ну, сухо, вообще отлично. Прекрасно просто. Там голуби тусуются. Так, ну вот поворот налево есть. Да, отлично. Просто шикарно. Значит, правильно, что сюда поехал. Там бы все щемился бы. Но только зря штаны одел, наверное. Думал, по траве пойду. Пшеница такая низкорослая. Если тут спуск.
Так, сейчас на горочку доберусь, пока скорость есть. Потом проверю. Так. Не, в принципе, можно проехать прямо. Там дорога будет вдоль поля идти. Ну, поеду прямо. Тут просто дорога получше выглядит. Поэтому поеду туда. Ничего себе, тут у них спуск. Ох, во время дождя здесь, наверное, грязище. Особенно там он кто-то буксовал. Ой, тормознул. Даже вон техника с большими колесами забуксовала. Когда-то. Блин, если встать. Вон, по колено будет. Канала. Даже на брюхо сел. Вон полосы от брюха. Да, даже такая техника застревает. Как говорится, чем круче джип, тем дальше за трактором идти. Но здесь сам трактор и был, в принципе. Так, ну у меня пока все нормально. Вообще я хотел за этими деревьями где-то пробираться. Так, ну вот я доезжаю до... Блин. До конца поля. Левая дорога там вообще ни о чем. Вот там куда-нибудь интересно идет. Так, что у нас тут творится? А, не, нормально вроде. Тут мост какой-то еще даже. Ну да, мостик. В общем, да, мне ехать по этой дороге. Как бы дорога есть, не полевая даже, а? Нормальная. Но ради интереса пойду гляну, вернее, проеду. Как бы я там выехал. Я же там хотел. Там какая-то дорога идет тоже. Так. Почти стоячая вода. Ну, вроде туда течет. Блин. Свежо здесь, хорошо. Перила стащили, сперли, вернее. Украли. Правильнее будет сказать, когда-то. Ну, как когда? В 90-е годы все срезали, ездили. Воровали все. Где плохо стоит. Так что теперь мы все без перил. Такая вот грязная вода. Так, перекресток. Так, ну эта дорога идет на какой-то поселок. Это влево, мне туда не надо. А тут? Тут болото, да? Блин, не поеду. Ничего-то не хочется пачкаться. Ай. Так, в общем, еду дальше, не поехала туда, потому что как-то там стрёмно. Не, ну тут дорога прям вообще хорошая. Пока идет вдоль поля, по которому я ехал. Так, а тут грязюка, блин, довольно массивная. Ну, вроде проходная. А если вот так краешком пройти, потихонечку. Здесь надо этот, как его, куст колючий. Я сейчас весь. А, вон там река-то течет. Я сейчас весь поцарапаюсь. Ау! Уже впиваются иголки. Собака. Там что ли пройти? Да, пойду-ка я там пройду.
общем, пришла новая идея здесь. Вот кто-то ездил уже по этой траве. Я ее обойду. Просто мы ее обойдем через репейники. Во. Вот так вот. И вроде даже репейники не прицепились. Нет нигде. Ну да, нормально. Сейчас, Дима, вернусь опять на дорогу. Да, хорошо, что одел все-таки брюки. Сейчас бы весь исцарапался. Крапива только до хрена. Конечно. Очень много. Ну, вроде получается. Да. Фух. Ау. Ну все, выбрался. Я только почиститься. Всяких репейников маленьких понацеплял. Тенечки. Вот в этом. Ну и надеюсь, больше сюрпризов таких не будет. Грязных. Грязно-колючих. Петли грязные здесь. Как черт. Уже. Фу. Слепни. Проснулись, падла. Так, клещей нет у меня? Вроде не видать. Вытряхнуть ботинки. Не, ну пока что отлично. Ну, надеюсь, дорога будет дальше нормальная все время. Как говорится, возжаем. Возжаем дальше. Навстречу приключению по неизвестной дороге. Оказывается, еще есть дороги, где я не был. Я думал, уже везде был. Уже некоторые видео смотрю. Как вот вчера, Дим, твое видео смотрел, где ты был, последнее, крайнее видео. Когда ты к дамбе подъезжал, я уже понял, только по дороге. По кусочку дороги, где ты находишься, уже все выучил. Один привет. О, еноты, елки-палки, первый раз вижу енотовидных собак, живых. В Литве видел дохлых, сбитых, сбитыми машинами. А вот живых я еще ни разу не видел. Вон там шерстят. Щемили сейчас. Шерустели по кустам. Ну что, пока еду. Дорога вот такая вот. Ветер. В тенечке еду. Все условия поездки. Поля уже паханные. Уже видно, что-то собрали. Это еще немецкая дорога. Местами попадается еще брусчатка даже. Сейчас, конечно, ее продавили уже тракторами современными. Раньше была нормальная. Но в целом вообще отлично для велосипеда. Тем более для велосипеда без груза, без нагруженного. Просто шикарно. Тенечки еще. Слепки только одолевают, если остановиться. Поэтому пока не останавливается. Тормознул в тенечке. Камни этот сколько уложили. В лужи. Вон там журавли трутся толпами. Тут еще, ну это с поля, скорее всего, подоставали. Такую, ну и это, наверное, тоже с поля. Кучи какие. Такое поле.
журавли кричат. Да, вот я. Вот уже поселок Садовое скоро будет. Первый поселок на пути. Кстати, если сравнить интернет у нас и в Литве, вон она вышка стоит, ее видно. Причем так хорошо видно, но интернета уже нету ни хрена вообще. Вон там на горизонте ее, может, видно будет. Ну, интернет чуть отъехал от города, все. Сушие весла. Так что мегафон, то, что рекламу дает, самый быстрый интернет. Не знаю, может, только возле вышки. Но так чуть отъехал и все. Больше ни хрена ничего нету. Так что мегафон обманывает нас. 4G, тем более, тут 3G хотя бы было бы. Да даже по городу идешь у нас. Куси, местами его вообще нет. За дом зашел и все. И кончился интернет. Маленькие неприятности начинаются. Но объездные пока. Так что кто собирается в Литву ехать, пильдик от Теле2. Ну, у меня был такой. Везде интернет берет, даже, блин, да везде, короче. Ну, кроме возле границ, но возле границ нигде не берет. Так, блин, проблем не было вообще никогда. И стоит 3 евро 8 гигабайт на 3 месяца. Но единственное, там он дается не прям все 8 гигабайт, а частями. Первый месяц 3 гигабайта, второй месяц 2, и третий месяц опять 3. И они не переносятся, если вот 2-3 гигабайта первые использовал, не хватило, то с того месяца уже невозможно, не перенесется. Или, например, в первом месяце использовал гигабайт, то эти 2 гигабайта на следующий уже не перенесутся, не сгорает. Вот такой вот нюанс еще есть только. Но зато везде есть и быстрый интернет причем. И не надо ничего это самое регистрировать, симку вставил и вперед. Поэтому полезно будет те, кто собирается только ехать в Литву. Я тоже в интернете лазил, искал. Поначалу, что, где, как. Какой тариф там купить, думал. Думал, гадал все. Ну, вот этот купил нормально, мне понравилось. Другие, наверное, такие же тоже будут. Так, а что тут за сюрприз? Объездной нет. Прохладной, во всяком случае. Фух, блин, там еще грязище. Лучше пройтись, а то это можно на колючку наехать и проколоться. Блин, там вот тоже печаль. Ну ладно. Я было хотел, вернее, написал объявление на эту поездку, толпой поехать. Но потом люди стали писать, что тут местами болото. Ух ты, там сколько-то в болото. Я что-то думаю, сниму объявление, один поеду. А то мало ли, люди не любят такие места грязные. Блин, вон лягухи мелкие, квак, прыгают. Даже педаль не стягивается, грязи набрал. Сейчас стегнется. Блин, а там вообще капец. Вот это место. Задница, короче. Так, ну что, придется ехать так прям. Прям по луже. А что делать? По краю пройтись. Вот тут вот. Тут неизвестно, какая глубина. Я могу нечаянно остановиться и плюхнуться. Ну ладно, попробую проехать. Была не была. Потому что там дальше тоже будут
Ой. Блин, почти цепляю ботинками. Так, ну тут по краю проеду, все равно уже испачкался. Не, вроде не цепанул. Ничем, ничего. Так, ну вот тут тоже сюрприз такой. Иду по краю, если что, на это упаду сразу на обочину. Не, нормально. Так, ну и... Блин, а это тут ладно. Я думаю, будет нормально. Да. Нормально. Что у нас тут? А уже еду по воде, Павлик. Уже пофигу. Тут как бы без вариантов. Ох ты. Не. Я думал, ямка. Резко так окунулось колесо. Ну все, оно кончилось. Или, да, там горочка начинается. Да, болото. Но проездное, нормально. Проехалось. Так, ну что там дальше будет за сюрпризы? Грязюка. Крылья, конечно, хорошо, но это из-под крыльев много грязи попадает на тормоза. Потом начинает тереть, визжать. Ну, тут чистый. Почти. Так, ну все, неприятности закончились. Там вот болото, а уже дома, вон постройки начинаются. И там вот тоже за деревьями были построечки. Скоро поселок уже. Не, дорога шикарная вообще для велосипеда. Чисто прокатиться. Так, ну вот я подъезжаю к асфальту. Я вот это место что-то не помню. Когда я проезжал по асфальту-то, мне еще прямо ехать. Вот туда. Но я сейчас тут чутка прокачусь. Помню эту местность, что-то я не помню вообще, что я здесь был даже. Не припоминаю что-то такого. Там вот еще трактор, посмотри. Не, вообще не помню эту местность. Ладно, возвращаюсь на свой путь. Все время хотел проверить, эти аппараты, работают они или нет. Стоят много где. Паутина аж работает. Написано, вставьте карту, наберите номер. Интересно, работает. Только, судя по паутине, никто не пользуется. Пауки только и пользуются этими аппаратами. Блин, не помню, не узнаю эту местность, конечно, еще. Не узнаю. Привет, пес. Как твои дела? Нормально? Ну ладно, давай. Так, а мне здесь налево. Вот куда-то сюда. Посмотрим, какая здесь дорога. Да, тут дорога, конечно, похуже.
Блин, тут бы как бы не влететь. Не, нормально. Даже твердо было. Видно, немецкая грунтовка. Тьфу, грунтовка, камни. На эту дорогу под заброшенной чем-то. И заросли. И грязики побольше. Правда, она мелкая грязь, но ее много. Так вот постоянно такие лужицы попадаются. Но терпимо, все равно нормально едется. Да, тут что-то она все хуже и хуже становится. А я думал, она будет лучше, чем с той стороны. Дорога-то, тут что-то даже ехать не совсем охота по ней. Сейчас посмотрю, сколько осталось. Да вон она какая становится. Я, конечно, не привык сворачивать в обратку, но тем не менее. Посмотрю, хоть сколько осталось в тенечке. В общем, еду дальше, потому что там скоро вроде домик какой-то будет. Думаю, от него будет нормальная дорога. Единственное, там будет еще и лесок. И вот в этом леске, мне кажется, может быть, там болото какое-нибудь опять будет. А, нет, тут вроде более-менее уже дорожка терпимая стала опять. Ладно, приключения продолжаются. Куда без них-то? Без приключений. Это эти ветки только. Блин, правда, лицо. Черпанул, а? Черпанул все-таки. Ботинками. Ну ладно. Значит, время пришло постирать и ботинки. Так, тут еще вот тут забор какой-то даже есть. И какая-то. Ну ладно, ботинки у меня уже мокрые. Поэтому как бы без разницы. Вот так вот. И проехал. Тут чисто грязь. Ух ты. Занесло. Да. Дорога. Однако. Дорога на любителя. Какой-то забор идет. Довольно высокий. Ну, что, едем дальше, что? По краю. Вот так вот. Вон там уже дорога какая-то нормальная. Ну вот, все, тут что-то даже написано. Пойду почитаю. О, весь грязи вообще. Жесть. Жесть. Так, ну сейчас будет дорога нормальная, которая постоянно ездит. Так, что у нас тут-то? Тут у нас рыбалка в чистых прудах. О-о-о, олень. Блин, назвал же себя как, а? Олень. 100 рублей к машине в сутки. С рыбака в день, 300-600. Отдыхающие, 5 килограмм. Карпы. Водится карась. Какие мощные ворота.
Вот, кстати говоря, тот случай, когда я сильно зафоршмачил цепь. Она прям вся в грязи. Жидкой-жидкой грязи. Я воду тратить так не буду, я там потрачу много. Сейчас где-нибудь лужу чистую найду и помою в воде прям. Так. Потому что ехать на ней, ну вообще, она вон, даже сейчас слышно. Вон как она. Плачет прям. Сейчас ее помою. Это к тому, что кто маслом смазывает, вот как сейчас быть? Если бы она была в масле. Вон она прям хрустит. Бедолага. Даже замок не отстегивается. Не могу отстегнуть. Только грязи. Да. Не хочет. Не хочет открываться. Замок. Вообще. Караул. Ну это просто грязь. А если было бы масло еще здесь? Я б не знаю, что делал бы. Не хочет, а? Она прямо не хочет открываться. О, пошла. Пошла, родимая. Вот. Вода теплая. Однако, поближе подойти. Ну, а то вообще невозможно было ехать. Про это я говорю. Преимущество парафиновой смазки. Испачкал, помыл. И сразу сварил опять, если надо. О, вот такие вот дела. Сейчас еще, конечно, бы помыть. Хорошо бы. Звезды. Осталось вернуть на место цепочку. Вот так вот. Так вот. Ну и сюда. Закинуть ее. Осталось замочки поставить. Вот. И вот они, ручки чистые. Не то, что если было после масла, а если был бы в походе, сейчас вечером бы ее бы... У меня было бы две цепи, естественно, сейчас поставил бы другую бы цепь. А эту вечером бы помыл бы хорошо и опять заварил в парафине, и все. И все проблемы. Поэтому, как пишут некоторые, что зачем столько гемора варить цепь в походе. Ну, мне так удобнее просто. Каждому свое, как говорится. Так, ну что, поехали. Дальше. Вот тут какая красота. Дорога. Ну, если не проехать по той дороге, по плохой, не так оценивать будешь вот такую дорогу. Это уже просто идеальная. Забор все тянется, тянется такой мощный. А вон косуля бежит. Все огорожено, там у них они там просто бегают, живут. Скорее всего. Большая такая была косуля. Вот если тихо стоять, слышно, как эта косуля там где-то топает. Там такие удары глухие. Правда, мухи, наверное, перебивать еще будет. Или она так как бы дыханием делает. Ртом, в смысле. Такие ух-ух. Ладно, еду. А, это кони.
Я думал, косули так. Вон они на той стороне озера. Вон они стоят. Топают копытами. Поэтому слышно. Запах конины даже здесь. Конский запах. Вон они там. Так, ну а косуля, тем не менее, где-то вот здесь, вот в этих кустах сейчас пробежала опять. Щеманулась. А, цапля. Белая цапля. А не, убежал. А, вон она побежала, вон она. Вон, прыгает. Знаю, было видно, не было. Вон она бежит. Мчится. Такая здесь рыбалка, наверное. По спутнику смотрел, еще было озеро больше, чем это. Там где-то за пригорком. Уже обед, время 2:30. Цепочка вообще тихо себя ведет после помывки. А там бы сейчас, там получается грязь, жидкая грязь была. Там песок мелкий такой. Сейчас бы там источила всю цепь мою. Ну, вот тут какое-то здание. А вон она, косуля мчится. Ну, все равно не видно будет на видео. Ах, дорога хороша, в теньке. Так, ну вот я выехал уже более-менее на цивилизации. Такие домики стоят, вон там тоже. А, тот дальний домик я помню, мне кажется. Я его видел, проезжал по дороге, по асфальтированной. Ну да, машины вот слышно гудят. А тут я еще не был. Дом такой черный. Недострой. Не подойти никак. Заросшая. Я вот что не люблю по траве так ездить. Клещ вдруг прицепится, где не заметишь. Неприятности потом. А так как бы то, что грязь фигня. Нежелательно, конечно, но ладно. Ну, это котяра лежит. Я думал, какую-нибудь дверь. Это просто кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Думал, опять какой-нибудь енот лежит или еще что-нибудь. Не домашнее. Это просто кыс-кыс. Как тут темно и мрачно. И как тут свежо одновременно. Блин, ну там вот-вот. А, ну это просто холм. Там какая-то река течет снизу. Или нет? Ну да. Какая-то река. Тут люди ходят. Ладно, пойду пройду. Когда я тут еще буду? Единственное, мне неохота ходить. А, вот она тропинка. По траве. Из-за клещей. Туда спуск. И вот сюда пойду. Зайду. Ну, блин, большая такая река. Это красная уже. В принципе, я буду ее проезжать через мост. Так, а тут что?
интересно. Ну тут ничего. Тут грибочек. Грибочек растет вот такой. Ну вот он и асфальт, выехал я к Токаревке. Я как-то оттуда выезжал, с той стороны. Думал, куда же эта дорога идет. Вот наконец-то и проехался по ней. Тут раз я где-то тут 10 копеек нашел. Интересно, найду в этот раз. Ну, навряд ли. Закатали их. Так, ну в Токаревку на мост я уже не поеду, был там 1000 раз. Сейчас в Краснолесье попробую найти там этот карьер, где все купаются. То есть я никак не мог найти его. Машины едут, едут на этот мост. Пачками. Ну а мне направо. Сейчас такая горочка будет смачная. Так, ну и сейчас прямиком в Краснолесье. Ну вот и Краснолесье. Сейчас поеду искать карьер. Так, вот там вот вокзал немецкий когда-то был. Так, ну карьер, наверное, куда-то вот сюда, мне кажется. И куда-то туда. Где-то это здесь. Так, ну, наверное. Наверное, вот сюда. И по всему. Ну да, вот он, карьер. А мы, Дим, с тобой доехали до этих машин, посмотрели и уехали. Надо было пройти чуть-чуть прямо. Так, ну вот он, карьер. Собственно, такой. Как обычно, я плавки не взял.
все, карьер нашел. В принципе, можно даже приехать покупаться сюда как-нибудь. Сейчас думаю заехать в эту дорогу, посмотреть, что там. Что-то там должно же быть. Нет, с разгончику не буду. Хотел с разгона, интересно, проехал бы, нет? Или повис бы? Не, проехал бы. А я думал, повисну на брюхе. Так, а тут... А тут рельсы и песок. Вот так вот. А, это, наверное, на карьер тоже дорога идет. Мне так кажется. Ну да, но они туда в песок свозят, складируют. Потом другие машины приезжают по мере надобности, забирают отсюда. Так, наверное. Перейду на ту сторону. Интересно, так рельсы вроде есть-есть. Там бац, а нету. Заросло. Сейчас подъеду к этому вокзалу, к бывшему. А потом, если найду для сравнения, приложу видео, как это выглядело при немцах. Слезу, тут не проколоться, а то мало ли что, вдруг валяется. Что-то не пройдусь. Скамеечек нет, да? Вот как теперь поезд ждать, где посидеть? Вот такой вот вокзал. А я ехал на карьер вот за этими деревьями. Вся машина там гудит. Хотел тут пообедать посидеть в тенечке. Что-то дорога, негде посидеть даже. Поезд подождать. Дверь заварена, но, по-моему, щелочки есть. Заглянуть. Или нет? Нет, тут все заварено. Напрочь. Не, не видно. Глухомань. Так, ну вот так вот с этой стороны выглядит. Так, ладно, пообедать, посидеть негде сейчас. Ну, где-нибудь найду, в общем. Может, опять на ту же детскую площадку заеду. Все равно там дети не тусуются. Там посижу. Времени 3:30. Немецкая дорога еще. Какая она ровная. Тут другой вид уже. Не для велосипеда, конечно. Но ровно, они продавили. Тенечек вон там. Единственная, в принципе, скамейка. В полутеньке. О, офигенно. Как всегда, горячий чай. На краешек сесть. Тенечек почти.
Так, ну, на этом говорю всем пока. До новых встреч. У меня сейчас будет такая вот гравийка. Неприятная, если машина вдруг проедет. Пылью дышать. Такая у меня получилась поездка. С приключениями, с грязными приключениями. Но интересно все равно. Так что всем пока и удачи.